Валева, а не обратно. Время засвидетельства. Аллилуйя! Аллилуйя! Время свидетельств. Аллилуйя! Искам да прославя Господ, че... А, ну давай. Наташа, искай. Давай, дочка. Пастор, включено, что пастор отдохнул немножко. Вие знаете, че скоро ние продължаваме, още съвсем не сме излезли от така наречената пандемия. Вы знаете, что мы еще не вышли из так называемой пандемии. Ама аз отдавна съм излезнала. Ну, я лично давно вышла уже из нее. Когато научих първите часове, когато научих за тази пандемия, и аз принадлежа към онази група на възрастните хора, които нямаше право да излизаме. И де-факто аз около 50 дена въобще не напуснах моя дом. Я в той категории людей, когда первое время, когда сказали, что вот группа, да, более зрелых людей не должны покидать дом, я в течение 50 дней вообще не выходила. И какво правих в това време? Разбира се, че първите дни изпитах панически страх. Первые дни, хочу признаться, что я испытала панический страх. И той не беше толкова за мене, а беше за сина ми, който работи с англичани на Боровец. И больше даже не за себя страх, а за сына, который работает в Боровец с англичанами. И започнахме да се молим с моя приятелка, доктор Янакиева. И стали мы молиться с моей приятельницей, доктор Янакиева. Но не каква да е молитва и така, седаме и се молим. Ну не такая молитва, что садимся и молимся. Намерихме една молитвена група на българи в Америка, които живеят от 40 години и те са много известни сребърните гривни. По време на комунистическия режим те избягаха. Мы нашли в Америке одну болгарскую группу молитвенников, которая называется «Серебряный браслет». Да, да, да. И которые уже более 40 лет молятся вместе, эта группа. Ние се включихме, те ни приеха. И всяка вечер в 21 часа... Они приняли нас в эту группу, и каждый вечер в 9 вечера... Ние започнахме с моята приятелка да се молим от 9 до към 23, понякога и до 12 часа. И каждый вечер мы начинали молиться с 9 вечера до 11, иногда до 12 ночи. Администраторката в Америка. И администратор в Америке. Не оцени. Она это оценила. Да, и започна да ни инструктира чрез месенджера, лични такива инструктажи. И начала через месенджер меня инструктировать, такие личные инструкции давать нам. Как да оперираме в ходатайствената молитва? Как нам оперировать, да, в ходатайственной молитве? Ходатайствената молитва не е молитвата в тайната стаечка. Что это ходатайственная молитва, это не молитва в тайной комнате. Където можеш да плачеш, да стениш, да говориш нежни думи, всичко може там. Где ты можешь да плачешь Богу, говорить какие-то, ну, свои переживания. Да. Ходатайствената молитва е фронт. А ходатайственная молитва – это фронт. Ти си подготвен. Ты подготовлен. И ако не си подготвен, ти си бит, даже може да бъдеш и убит. И если ты не подготовлен, ты будешь бит и даже убит. Първо беше да се молим за коронавирус. Первое это, ну, в нашем плане первое это было молиться за коронавирус. А второто беше да се молим за икономиката. Второе это было молиться за экономику. И третото беше така за лично това, кой колко е засегнат. И третье это было лично молитва за личные какие-то нужды, кто как, ну, был засегнут. Да, дотронут. Дотронут, да. Трябва да ви кажа, че толкова много напрежение от сутрин до вечер трябваше да се подготвяме
върху пророческите изявления. Пророците говориха. Да, и было очень на... Было... В общем, там были пророческие разные служения. През два часа получавахме пророческие сведения за состоянието. Да, в течение двух часов они получали пророческие сведения. И тези пророческие сведения бяха много дълги. Ние трябваше да ги изучаваме с доктор Янакиева, да се подготвим и в 21 часа да се включим, за да има резултат. И эти пророческие вещи, которые они получали, они их анализировали, и нужно было в 21 вечера включиться в эту молитву уже подготовленными. И трябва да ви кажа, че малко така ще направя, че молитва, която няма ответ, няма отговор, тя не е молитва, тя отишла до тавана и се е върнала. И хочу сказать, что молитва, которая, на которую нет ответа, это не молитва. То есть она дошла до потолка и вернулась. И аз отговарях за Варна, за от северното до южното, цялото Черноморие, българско Черноморие. Имах задачата да не допускам с моята партньорка по молитва, коронавирус да не навлезе във Варна. Или ако влезе, да бъде съвсем минимум, да ни наруши тази визия, която е характерна за българското Черноморие. Я была ответственна за Варну, за этот регион до Южного Черноморья, и молилась за то, чтобы этот коронавирус не... Варна чиста от коронавируса. Да, чтобы Варна была чиста от коронавируса. Знаете у вас ли, получилось? Много. Получилось. И знаете ли, такого напряжения, просто можах да видя какво е фронт. И я поняла, что такое фронт, ощутив вот это напряжение. И аз прокламирах от най-северната точка до най-южната точка. Я провозглашала от самой северной точки до самой южной точки. Нито един коронавирус не трябва да владее тази територия. Ни один коронавирус не будет владеть этой территорией. И нито в болниците, нито в квартирите. Ни в больницах, ни в квартирах. Но не само това. Но не только это. Аз бях инструктирана как да работя и как да бъда с уважение, с благодарност, да се обръщам към ангелите, които идваха към нас. И я не только этому училась, но училась тому, как вежливо обращаться към ангелите. К ангелам, которые шли на подмогу нам. Ние бяхме инструктирани, че към нас ще бъдат изпратени ангели-войни. Мы были инструктированы, что к нам будут отправлены ангелы-воины. Ангели-исцелители. Ангелы-исцелители. Които ще работят с имунитета, имунитетом населения. Имаше ангели-медицински сестри. Были ангелы-медицинские сестры. И имахме за задачата всеки ангел-медицинска сестра до леглото на всеки един болен от коронавирус. И была задача, чтобы ангелы-медицинские сестры были каждому больному, кто заболел коронавирусом. Имахме ангели, които издигаха около мен, около семейството ми, изобщо около целия град, ангели, които издигаха огнени стени от кръвта и силата на Господ Исус Христос. Были ангелы, которые воздвигали такие огненные стены в защиту от стрел коронавируса. Бяхме научени, никога не съм го знаела. Винаги съм проявявала интерес към ходатайствената молитва, но такова чудо бяхме инструктирани как да се качваме на третото небе. И я часто ходатайствовала, была в таких молитвах, но такого четкого инструктажа мы никогда не получали. Даже была инструкция, как нам подниматься до третьего неба. Через Слово-то знаете, нали? Через Слово мы знаем это. Иисус Христос, ние сме в Него, стоим отясно. Иисус Христос, ние сме граждани на небето и още много Слово, непрекъснато. Слово, 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 което прокламирахме. Да, вы знаете, что мы граждане неба, и мы можем обитать на небесах, и было много-много Слова. И разбрахме, че когато те ни инструктираха и научиха как да се качваме на третото небе, ние
станах някакси около нас стана по-безопасно. И когда мы были инструктированы, как нам подниматься на третье небо, мы почувствовали, что нам мы в безопасности. И я се молих така за Варна. Варна ще бъде картичка, такава визитка, която е защитена, тя е абсолютно безвредна територия и с удоволствие всякакви националности, турци, гърци, всички българи, руснаци, братя, англичани ще бъдат с удоволствие привлечени от Варна. Я молилась за то, чтобы Варна была как визитная карточка, чтобы здесь было безопасно, и чтобы все национальности, турки, греки и, ну и мы с вами были здесь, чувствовали себя безопасно. И оказа се, че на 10-я ден по националните, и то водещите, първа, втора и трета програма. И оказывается, на 10-й ден по телевизионных програмах, първа, втора и третя. Започнаха да говорят, че нашето Черноморие е много привлекателно и за румънци, и за всички, защото на него няма коронавирус. И стали говорить о том по телевидению, что наше Черноморье очень привлекательно для иностранцев, в том числе для румын и так далее, потому что здесь нет у нас коронавируса. И ние знаехме точно, аз знаех точно чрез Святия Дух, защото бяхме научени, бяхме не само инструктирани, ами, как да ви кажа, потикнати, тласкани в тая област. И ние сами започнахме да развиваме умения. И мы, уж мы были научены, плюс инструктаж, и этим самым они нас как бы подтолкнули для того, чтобы мы приобретали умения. Да, и аз говоря Святия Дух допълнително добавя към това, което аз се моля, посоката. Да, и то, що я молилась, но Дух Святой еще допълнително давал какие-то знания. Имаше знамения, проявления, чудеса, имаше ревови на лъв. Были знамения, проявления, чудеса, был рев льва. И още много други неща, искам да остане време за хората, които да... И еще много было других вещей, но я хочу оставить время и другим. И Бог даде един такъв специален генерален план за фирмата, в която той работи. И Бог дал такой специален генерален план для фирмы, в которой работал, той работил. План от тронната зала на небето. План от тронного зала неба. И това вече в продължение на 2 месеца ни прокламираме, изповядваме, заповядваме. И в течение уже 2 месяцев мы проповедуем, провозглашаем. Моя син беше работил много усърдно и много, как да кажа, благотворно, и фирмата му, му дължи голяма, огромна сума, която запорира, тя спря поради коронавируса. Мой сын работал очень, очень хорошо, мы свидетели, мы были у него в Боровец, но фирма, в которой он работал, ему не выплатила зарплату, ну, из-за коронавируса. Да. И когато ни настоявахме, пусни, пусни финансите или пусни икономиката, неговия шеф се обади и му каза, че не се притеснявай, ще получиш това, което си заработил, малко ще го отложим във времето. И его шеф позвонил ему и сказал, ты не переживай, все, что ты заработал, ты получишь, немножко просто во времени это мы отложим. И виждахме, че, от молитва до молитва, има огромна разлика. И мы увидели, что разные есть молитвы, и от одной молитвы до другой есть огромная разница. Молитва без реального проявления на това, което говориш, е молитва до тавана и обратно. Есть молитва, когда ты реально получаешь... есть молитва, когда ты получаешь реально, а есть молитва до потолка, которая возвращается к тебе обратно. Да, да. Аз лично бях изобличена последно вече. Бях изобличена, че съм от църквите, които откровение Ефес, че върша добри неща, но съм забравила първата си любов. Я была обличена, как написано Ефесской церкви, что ты делаешь много дел, но ты забыла, оставила первую свою любовь. Да, а сега моята първа любов се върна. А сейчас моя первая любовь вернулась. Я съм като неудържима. Я неудержима. И второто, което получих в една служба на четвъртък.
И еще одно, что я получила в Пятидесятнической церкви в одной из служб в четверг, которая проходила. И когато, в каком состоянии церквата, и казах това пред церквата. В каком состоянии церковь сказала об этом церкви. Аз мислях, че Ефесяна, това се оказа, че в Езекиил. Это в Езекииле сказано. Церквата е гордост. Церковь гордость. Присыщали с храна. Мы приелись, церковь горда, мы объелись едой, объедаемся. И безгрижно спокойствие. И беззаботное спокойствие. Это това е църквата, спи. Это церковь. Който следи българска християнска телевизия. Тот, кто следит за българской христианской телевидением. Там имаше едно много скромно момиче, което мисля, че е церебрална пареза, не знам. Тюхарова, Екатерина Тюхарова. Там была одна скромная девушка, считаю, что, предполагаю, что детским церебральным параличом. Тя была взята на небето. Она была взята на небо. И там Иисус и казва, слезь и кажи, че моята църква спи, затова изпратих коронавирус. И сказал ей, что скажи, пристань при церковь и скажи, что моя церковь спит, и поэтому пришел коронавирус. За что тут я задала, за что умирают хора? Потому что она задала невинные. Вопрос, почему умирают люди, которые невинны. Да, и такая, за что тут моя церковь спит, треба да се събуди. Да, и Бог ей сказал, потому что моя церковь спит, и она должна пробудиться. А тя отговор, а как аз едно обикновенно момиче ще кажа? И те ще ми повярват. Она говорит, как я обыкновенная девочка могу сказать, и мне поверят в это. А той казал, ще застанеш срещу камерата и ще кажеш, тези, които са мои, ще разберат. А он сказал, предстанешь перед камерой и скажешь, те, которые мои, они поймут. И да, и църквата спи, събуди си църква. Да, и он сказал, церковь спит, пробудись церковь. И в момента, в който тя каза това, и в момент, когда она сказала это, аз усетих вътрешно, как съм негова. Я почувствовала внутри, что я его. Но много от времето съм прозяпала. Но много времени прозевала. Отпуснала съм се. Расслабилась. И не давам това, което е нужно. И не даю то, что нужно. И всъщност гордост, пресищане с храна и безгрижност. И, в общем-то, гордость, переедание и беззаботность относятся и ко мне тоже. Да. До тука. Много неща могу да расскажа, но няма. Да, важното е, че видях плода на моите ходатайствените молитвы. Но важно, что я видела плод моих ходатайственных молитв. Браво. Да.